каньоне будет не такой сильный. Такой орошительный канал, вот бате покажу. С этого канала подается вода. Вода индейцам на это самое, чтоб жопы мыли в резервации и этим самым фермерам, чтоб поля орошали. А мы приехали это самое, форель тут тягать. Будем тягать форель сейчас. Может, нам повезет, не знаю. Да, Димон? Да. Главное, что у нас здесь литр чая и целая упаковка бутербродов. Яблоки и бананы в придачу. А клёв будет или не будет, то уже не важно. Ай! Как же тут скользко. Тихо. Такой вот каньончик. О, уже ветер стихает. Ого, ну тут и пораскисало. Что? Да я же гуся не покажу, это же экшн камера, тут зума нету. Это такая чисто пилить влог на ютубе. Подписываемся, ставим лайки. Кому понравится видео, ставим палец вверх. Кому не понравится, ставим палец вниз.